Прятки быстро закончатся. А что этот зайчик тут делает? Возвращай нас домой! Давай, давай! Владик, давай, быстрее перепрыгивай! Мы так не успеем! Быстрее, Владик! Не бойся, успеем! Проходили сложнее уровни. Давай, Владик, Влад, давай, добивай, Влад, прыгай! Да, моя школа! Я вижу, вы уже закончили свою игру. Всех победили. Да? Да проще пареные репы. Сейчас другую будем играть. А давайте поиграем в прятки. Не, мы лучше в Roblox. Или в прятки в Roblox. Хорошо. Давайте один разочек поиграем, чтобы размяться. То вы уже больше часа сидите тут безвылазно. Хотя бы ноги разомнете. Я буду ждать в другой комнате, пока вы спрячетесь. У вас одна минута для того, чтобы спрятаться. Все, я пошел. Прятки быстро закончатся. Мы спрячемся вдвоем, и папа нас быстро найдет. Найдет и пойдем играть в Roblox. Уж очень интересная игра. Зачем ты взял пульт? Мы же не снимаем пауза челлендж. Даже не знаю зачем. Как-то случайно взял. Было бы прикольно. Нажал бы кнопочку, и мы уже в Роблоксе. Где мы? Что это? Ты что, не знаешь? Это Роблокс, режим джейлбрейк. Ничего себе пульт! Этим пультом не только в паузу челлендж можно играть. Как-то здесь неуютно. Давай выйдем из этой камеры. Владик, постой! А где все? Ну что, одни? И что здесь этот кролик делает? Да еще и в тюрьме. Видимо, игра началась, и все преступники сбежали. Погоди, Влад. Если мы сюда забрели, значит, мы преступники. Я не хочу здесь находиться. Так что нам надо выбираться. Так нажми на пульт. Сейчас попробую. О, здесь тоже прикольненько. Так это симулятор качка! Круто! Что-то странно, нигде не могу их найти. Куда же они спрятались-то? Смотри, какой огромный! Ничего себе! Смотри, там ребята качаются без остановки! Я, между прочим, тоже спортом занимаюсь. Смотри, какая бицуха. О, я тоже хочу быть сильным. Давай покачаемся, там лежат гантели. Давай. Смотри, гантели. Только смотри, не перекачайся. Ты знаешь, вон, как он. Огромный, с маленькой головой. Что ж, идем на скульптуру посмотрим. Раз мы здесь оказались, то нам надо посмотреть достопримечательности, а не только качаться. Опа! Пришли! Нужно нам больше заниматься спортом, тогда нам поставят памятник. А что этот зайчик тут делает? О, Марк, нажимай на пульт! А не то сейчас эта громила нас раздавит случайно. Не бойся, Марк тебя спасет. Посмотрим, куда мы сейчас попадем.
Куда мы теперь попали? После хорошей тренировки пришло время подкрепиться. И мы попали в ресторан «Тайтан». Где просто класс. Смотри, ну там маленький ресторанчик. Идем туда заглянем. Опять этот странный кролик. Смотри, какой у него странный мир. Интересно, что у нас? О, у нас все классно. Марк и Влад. Давай посмотрим, что тут можно покушать. Давай. Ничего, тут так светленько, чистенько. А вот и бутерброды принесли. Вкусно? Ага. Ну что, пора уходить. Почему никто ничего не делает? Дети, где вы? И здесь нету. Куда же они делись? Владик, давай осмотримся, что здесь. Странно, столовая как в школе. А-а-а, что это? Марк, это зомби. Я знаю, это зомби-атака. Нам нужно бежать, чтобы нас зомби не атаковали. Ребята, спасите! У нас оружия нет! Надо выбираться отсюда. Поторопись, сейчас поезд достану. Возвращай нас домой. В спальне смотрел, в детской смотрел, в ванной комнате смотрел, со шторами тоже смотрел. Куда же они делись? Вот это мы поиграли в прятки. Пошли, найдем папу. Папа, папочка! Мы так классно поиграли в прятки. Давай, давайте почаще играть. Вы где прятались? Я ведь вас так и не нашел. В Роблоксе. А в следующий раз, может быть, и в Фортнайте. Я же говорил, что в свои компьютеры заигрались. Не забыл. Через минутку. Я надеюсь, вы уже спрячетесь. Марк, зачем ты взял? Ничего себе! Этим пультом не только в Puzzle Challenge можно играть. Смотри, какая бицуха. Так, у тебя рука вылезла за камеру. Что делает опять этот странный зайчик? А что делает...
делают опять?